Сегодня программа Party Time с огромным удовольствием посетила лакшери премию, которая проходит в бальном зале Харьков Палас Премьер Хотель. Данная премия выделила не только самых модных и талантливых людей, но и самых успешных харьковчан. Лакшери премия — это масштабное мероприятие, организаторами которого стали Nika Models и Deluxe Magazine Luxury, а также виртуально-торговый центр Passage и отель Харьков Palace. Премия присуждается компаниям в сегменте люкс за выдающиеся достижения. Именно в этом году, в продолжение фэшн-премии, мы специально выбрали трех соорганизаторов для того, чтобы отблагодарить и порадовать больше людей и больше компаний. Потому что на самом деле в достаточно сложных экономических условиях, в которых мы живем, да, в течение, наверное, уже пятый год, эти люди, каждая компания, которая работает в сфере премиум и люкс, да, компании, они достойны уважения, им это достается нечеловеческими усилиями, поэтому очень хочется, чтобы они пришли и просто отдохнули. Нам сегодня очень приятно присутствовать действительно на мероприятии, которое важно для Харькова. В Харькове огромное количество не только талантливых, не только модных, но и действительно успешных людей. Сегодня вы их собрали здесь, в бальном зале Харьков Палас. Собственно, кто эти люди? Сегодня мы награждаем компании, кто добился больших успехов в сегменте люкс. Что мне особо хочется отметить, что помимо компании мы награждаем людей, которые являются гордостью нашего города. Это сегодня будет награжден известный человек, известный врач, который оперирует детские сердца новорожденных деток, Игорь Полеменюк. Это дизайнер Константин Пономарев, Горбунова Рубан, Светлана Александровна, которая делает очень много для Харькова. То есть это люди, которые очень известны в Харькове, но, к сожалению, таких людей не так часто отмечают за то, что они делают. И наше мероприятие именно для того, чтобы помимо того, что мы развиваем люкс-сегмент, да, и фэшн-индустрии, мы еще отмечаем людей, которые делают для Харькова благие дела. В каком формате будет проходить данное мероприятие? Это будет просто награждение или это будет настоящий какой-то праздник моды и красоты? Сегодня, конечно, у нас будет и награждение, и показы, и шоу. У нас будут даже детские коллекции. Бутик Николас представил свою коллекцию. И будут также с детского центра моды «Малахит» выступать детки с новой театральной коллекцией «Король и Шут». Нам очень приятно сегодня вас видеть, и все-таки хочется узнать, вы сегодня приглашенный гость или номинант на премию, которая сегодня проходит в Харьков Палас? Подробностей я не знаю. Мне постоянно позвонила и сказала: я очень тебя прошу, будь. Он сказал: хорошо, я буду, поэтому, ну, как бы для меня, для самого это, в общем-то, некая интрига. Лакшери премия. Уже само по себе название очень пафосное. Как вы думаете, кого же эта премия будет награждать и кто ее будет получать? Я думаю, что в любом случае среди награжденных будут самые яркие, самые зрелищные, самые интересные, самые необычные, самые талантливые. Вы думаете, кто эти люди, которые должны быть удостоены премии «Лакшери»? Это люди, которые красивые, которые показывают все лучшее, что у них есть в их бизнесе, которые своими поступками доказывают, что Харьков – модный город.
Сегодня лакшери премия, и я думаю, что это праздник действительно для всего города и, наверное, уже для всей Украины. На ваш взгляд, что можно вложить в название этой премии, кого она должна наградить или отметить, на ваш взгляд? Под словом лакшери подразумевает шикарность, красоту. Также я считаю, что должны быть внутренние качества. На твой взгляд, сегодня все ли действительно соблюли дресс-код? Все ли сегодня выглядят достойно? Ну и, собственно, несколько слов о той премии, которая будет сегодня. Если ты знаешь, кому она будет вручаться и за какие заслуги? Я вижу определенную динамику, потому что я уже не первый год посещаю данное мероприятие. Тех людей на данный момент, которые, на мой взгляд, соблюли дресс-код, их, в принципе, подавляющее большинство. Что касательно самой премии, скорее всего, людям, которые вручают эту премию, они лучшие среди равных непосредственно в своем виде деятельности. Поэтому я думаю, что не стоит ставить под сомнение выбор организаторов по поводу того, кому нужно вручать эту премию. На ваш взгляд, кто эти люди, которым сегодня достанется премия лакшери, и чем они, возможно, выделили, что их номинируют? На самом деле я здесь никого не знаю. Я приехал из Тель-Авива специально на это мероприятие. Но я думаю, что это будем тоже мы. Вот так. Это не скромно. Я не говорил, что я скромный. Потому что мы на самом деле здесь в Харькове единственная компания, которая работает из Тель-Авива. И у нас офис в Харькове, и у нас офис в Тель-Авиве. Я надеюсь, что вам сегодня действительно достанется награда лакшери. Ну и, конечно, вы просто получите удовольствие от красивого и модного вечера. Магазинов уже элитной парфюмерии Custom Beauty представлены в 3 городах Украины. Сегодня вас приятно видеть на лакшери премии. Расскажите немного, вы сегодня целый стенд презентуете для наших гостей, что это за ароматы, собственно, несколько слов о каждом из них. Это парфюм американской фабрики Jelaine Summers. Это бренд, который производит духи, не содержащие спирта. То есть все из эфирных масел высокой концентрации. Аромат держится около суток, раскрывается с каждым часом, не вызывает аллергии, подходит мужчинам, женщинам, уже в зависимости от настроения. Представлены всевозможные легкие, терпкие, сладкие ароматы. Это уже дело вкуса. Все-таки хочется узнать, правильно ли выбрали для себя сегодня целевую аудиторию? Те ли это люди, которые действительно придут к вам в бутик и насладятся теми деликатесами, которые вы приготовили для харьковчан? Да, я думаю, что мы сделали правильный выбор, участвуя в таком мероприятии. Публика, которая здесь сегодня в качестве гостей, в качестве представленных номинантов, однозначно наша. Это люди, которые живут современной жизнью, интересуются мировой кухней и путешествуют по миру. И наверняка уже многие из них были в нашем магазине, и они знают, что такое сыры. Организаторы лакшери премии агентства Nika Models, Deluxe Magazine Luxury, отель Харьков Palace и виртуальный торговый центр «Пассаж» выражают благодарность партнерам. Альянс Девелопмент, Дом Оптики, Мэджик Фурс, Шери, Кримарт, Николас, Перфект Вумен, Флорис, учебный центр «Свит Красы», первую европейскую онлайн-школу имиджа «Имэджин», фитнес-клуб «Феромон», школу радости, бутик сыров «Старый Амстердам», Нуку Косметик, а также всем средствам массовой информации, которые поддержали лакшери премию.